Привет, друзья! В эти минуты прямо здесь, в участке судья, судят Сергея Доротыча, лидера руху SafeHop. Что ему инкриминируют? Ну, это помните, когда еще в мае, кажется, его задержали на митинге, выдернули его на какие-то пару часов, отвезли РВД и потом отпустили, не предъявляя никаких обвинений. Ну, вот, собственно говоря, вот это и есть приветствую митинга еще майского, если я так не ошибаюсь, опять-таки. Сейчас лидер SafeHop находится вот здесь, и мы не знаем, чем закончится этот суд. В любом случае, этот суд административный, с одной стороны, и с другой стороны, он-то, конечно, административный, но проблема в том, что у него второй тоже такой же суд через несколько дней. И тут уже возникают вопросы о том, а не спланированная ли эта акция против всего движения SafeHop, потому что перед большим митингом, который ФОПы решили организовать 25 числа, у их лидера, у Сергея Доротыча, получается сразу же два административных суда по поводу его ареста в мае и, я не знаю, по-моему, в декабре. То есть несколько раз его, помните, задерживали там на митингах и, соответственно, отпускали после этого. Вот. И теперь мы по одному, по второму делу инкриминируют какие-то... Я не буду говорить, что, потому что я не нахожусь внутри и не владею полностью информацией. Так вот, в данный момент подождем, пока он выйдет. Пока он выйдет из здания суда, даст какие-то комментарии, и мы сможем как-то оценить ситуацию. Просто от себя скажу, что, конечно, два административных дела перед большим митингом ФОПов, это, конечно же, ну, несколько напрягает.